Всем привет на канале Лудачман. Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как культурное отношение, культурное общение у нас на канале. Да, тема такая вот не особо интересная, может показаться кому-то, а кто-то вообще просто пролистает это видео, но я просто хотел бы высказаться. Я проверил аналитику YouTube канала, и по этой аналитике оказалось, что большая часть зрителей на канале – это люди в возрасте свыше 50 до 65-70 лет. Есть подростки, которые залетают, что-то там напишут, какую-то ерунду квакнут, бякнут и убегают. Есть люди, которые, допустим, в возрасте до 30 лет, но это очень малый процент. До 45, до 50 лет составляет примерно в процентном отношении около 20. Все же остальные люди – это люди старше моего возраста и люди старше меня. И вот как раз к этим людям я хотел бы обратиться. Проблема в том, что когда я, допустим, освещаю какие-то новости из политической жизни в стране или то, что нас окружает, все, что происходит вокруг нас, я не рассчитываю на то, что, допустим, найдется какой-то дядя Вася, который привык сидеть на лавочке с такими же, как он, и обсуждать одного, другого, третьего политика, придет ко мне на канал, вот этот вот дядя Вася, и начнет мне указывать, мол, типа, я не так высказываюсь, я не так выражаюсь, да я вообще там, типа, блин, мальчик с кепкой, блин, или еще что-то. Таких людей я не понимал раньше и не понимаю сегодня. То есть они считают, что они по своему возрасту имеют право указывать абсолютно всем, независимо от их социального положения или социального статуса. То есть когда, да, допустим, такой вот, скажем так, дядя или дед Вася, у которого уже внуки заканчивают школу, пошли в институт, пришел ко мне на канал и говорит мне: «Слышь ты, мальчик, ты меня нафиг не интересуешь. Ты лучше мне дай вот это видео с переводом, я хочу лично увидеть это видео». Таким вот, именно таким людям, ну, мужчинам, женщинам, бабушкам, дедушкам, я хотел бы просто посоветовать. Я не собираюсь сейчас с вами вступать в полемику или начинать ругаться, выводить кого-то на скандал, нет. Если вас интересует, допустим, правдивая информация по тому видеовыпуску, который вы увидели, или по той теме, которую я освещал в этом видеовыпуске, задаете не только в Гугле, а даже на Ютубе в строчке поиска, допустим, Олаф Шольц, выступление в Бундестаге, к примеру, от 24 сентября этого года. И вам вылетает Deutsche Welle, Die Welt, Tagesschau, очень много разных ресурсов, каналов, которые могут предоставить вам информацию по вашему запросу. Далее, чтобы понять, что есть, ну, есть такие люди, которые, живя здесь 30-40 лет, до сих пор еще в немецком не бум-бум. Это к этому мы вернемся в конце видео. Далее, чтобы понять, что говорится в том видео на немецком языке, есть в правой нижней полосочке около этого видео, вернее, в нижнем правом углу экрана, скажем так, телеэкрана, в котором идет картинка, несколько символов. Маленькая шестеренка, по-моему, там изображение, типа маленький листик с полосочками и так далее. Вот нажимаете вы на этот листик и выбираете титры, ваши титры. Допустим, у вас русский язык или украинский язык, да? Вы нажимаете на вот этот вот маленький квадратик. Если автоматически, он у вас переводит сразу на тот язык, на котором у вас вся компьютерная система установлена. Установлена ваша система компьютерная на немецком языке, он вам переводит, естественно, на немецкий. Поэтому тут нужно в установках, там где Einstellungen,
выбираете язык, допустим, русский язык, белорусский, украинский, нажимаете на эту галочку, и титры под этим видео, в котором, допустим, Шольц что-то говорит в Бундестаге, уже титры идут на вашем языке, к которому вы привыкли, на котором вы привыкли общаться. И вы, смотря картинку, читаете вот эти субтитры. Требовать от меня, чтобы я выдал вам, допустим, видео, к примеру, выступление Элис Вайден с переводом, это не то, что бескультурье, нет. Это требует определенных затрат времени и ресурсов. Я могу, мне не сложно перевести это видео, но это стоит денег. Извините, у меня помимо этого YouTube-канала есть основная работа, где я работаю. После работы я прихожу домой, естественно, я устал. Я хочу немножко отдохнуть. Но благодаря тому, что какой-то там дядя Вася или дядя Коля потребовал от меня перевод какого-то видео с выкладкой на канале, и я за это ничего не получу, ждать от меня вот таких вот услуг по требованию, вы долго будете ждать и не дождетесь, потому что я этого делать не собираюсь. По крайней мере, за бесплатно это я точно делать не буду. Любой труд обязан быть оплачиваем. Любой труд. Поэтому, когда люди, допустим, возмущаются и говорят, вот, мол, некоторые говорят, где proof? Ну, типа, это оригинал, доказательство, источник, из которого я взял информацию по этим новостям. Пожалуйста, входите в Microsoft Network, msn.com, и смотрите основные статьи всех немецких изданий, будь то Шпигель, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, там очень много разных газет выкладывают свои основные, скажем так, Schlagzeilen. Главные статьи, главные по животрепещущим темам. И читайте эти статьи. Если вам тяжело прочесть эти статьи на немецком языке, опять-таки, нажимаете мышкой, если на компьютере, на телефоне я не знаю, но нажимаете мышкой, правую мышку один раз нажимаете, у вас выходит большое такое меню прямо на экране. И смотрите в этом меню, где-то в середине, там это меню разделено на три части. И в конце второй части этого такого окна, этого меню, есть надпись «Auf Russisch übersetzen». Нажимаете на эту кнопочку, вернее, на это предложение, и в течение буквально 2 секунд вся страница, которую вы открыли, чтобы почитать новость, переводится вам на русский язык. И тогда вы можете читать это на русском языке, не пытаясь перевести вот этот, как говорят, Amtssprache, да? Не пытаясь перевести вот этот учрежденческий язык на простой русский. Это вот касательно тех тем, по которым люди требуют, чтобы я давал доказательства того, откуда я беру вот эти темы, откуда я беру вот эту вот информацию и так далее. В основном я беру информацию из таких вот источников. Есть же, конечно, у меня источники, допустим, работающие в полиции, работающие в юстиции, есть экономисты, есть политики. Вот недавно у нас было видео на канале, в котором я показывал вам встречу на форуме будущего, в котором выступал человек из Бундестага, два депутата Бундестага были, и они рассказывали о перспективах на будущее, о сегодняшнем положении во внешней политике Германии, о состоянии дел на Украине, о вот этой программе помощи по вооружению и так далее. Я присутствовал там сам, и я со своей позиции вам пересказываю основные моменты этой встречи, которые я посчитал могут стать интересными и для вашего внимания. А теперь давайте, вот смотрите, вот прочитайте, как по-вашему это звучит. Так? Прочитали, да? А теперь, как это звучит по-русски? Алисе Вайдер или Алисе Вайдер, или все-таки Элис Вайдер? Это я к тому, что одна нашлась дама, скорее всего, культурно неразвитая, невоспитанная, скажем так, которая начала, блин, тут же с первого своего комментария под видео, где я говорил, что Элис Вайдер разгромила
Шольца и его коалицию в пух и прах на заседании Бундестага своей речью. Эта дама начала мне высказывать, мол, типа, ну, во-первых, не Элис, а Алис. Во-вторых, скорее всего, автор этого канала в Германии не живет и занимается пропагандой. Потом, слово за слово, оказалось, что она сама-то по-немецки с грехом пополам-то может изъясняться, если честно. Пишет с дикими ошибками. Вот вопрос к таким людям, как она. Неужели вы считаете себя умнее кого-то? Или у вас просто желание привлечь к себе внимание, потом бегать со своими такими подружками, такими же недалекими, как и ты сама, хвастаться? Вот на меня обратил внимание вот этот придурок усатый, лысый. Он лично мне написал ответ, а я его так там задавила. Но... На мое счастье, под ее комментариями появились другие люди, которые абсолютно мне не знакомы. Может быть, подписчики, может, просто такие же зрители, как и она. Они ее поставили на место. Как говорится, скопом поставили умную козу на место. Но по-другому я не могу ее назвать. Если ты общаешься с каким-то человеком впервые, будь добр показывать свое культурное воспитание, а не сразу, сходу, пытаться доказать ему свое превосходство. Что ты этим показываешь? Это в первую очередь показывает не превосходство, а какую-то закомплексованность в этом человеке, который пришел на этот канал и тут же начал тебя оскорблять. Если он оскорбляет меня, значит, в первую очередь проблемы психологические или душевные у этого человека. У меня-то проблем нет. Я ей так и сказал, вали уже отсюда, и без тебя, блин, дерьма в жизни хватает. Она обиделась, ее все-таки потом поставили на место. Там несколько комментаторов были, которые высказали свою точку зрения именно по ее комментарию. По ее нескольким комментариям. Такие люди, просто когда они приходят на канал, вот они считают, что вот они, допустим, могут причинить мне какие-то неудобства, да, или... допустим, чем-то меня там унизить или оскорбить. Вы знаете, столько людей я уже успел на Ютубе до этого видеоканала повстречать, не повидать, а повстречать, которые пытались не только унизить, пытались тебя, ну, по-английски мобинг, затоптать в грязь, довести тебя до нервного срыва. Я с такими сталкивался. Они пытались идти против меня. И до сих пор они есть. Это не значит, что если у меня сейчас этот канал, их нет. Они постоянно сидят днем и ночью у меня на канале и следят абсолютно за всем, что я вам рассказываю, что я выкладываю. Особенно их коробит то, что, к примеру, я в возрасте уже почти разменял шестой десяток. Я все еще могу задрать ногу, если делаю высокий удар ногой, я все еще могу задрать ногу выше головы. Они по вине своего пивного пуза этого сделать не могут. Один мне кричал, допустим, что я рассказываю про удары кулаком в карате или в тхэквондо, нужно делать так. Расписывал мне целые комментарии, огромные, там по 3-4 тысячи знаков в этих комментариях. Развозил мне целую теорию. Просто брал какие-то цитаты откуда-то из ресурсов и выкладывал. Хорошо, ну покажи, как правильно делать. Я не для того прихожу на YouTube, чтобы показывать. Я просто прихожу расслабиться. Ну расслабляйся, только иди в туалет и там расслабляйся уже по полной. Таких людей полно. Я прошел через вот эту вот гадость, через волну вот этого хейта и хайпа. Я перешел через эту волну. Скажем так, у меня панцирь, как у черепахи, да? И мне, грубо говоря, на них в расслабленном состоянии, да в туалете. Вот точно так. Вот именно так. Поэтому, когда вот такие вот поползновения от каких-то троллей или троллятин возникают здесь на канале, я их просто-напросто уничтожаю, сами комментарии. А если эти комментаторы все еще пытаются дергаться и дальше, я их отправляю в бан. У меня разговор с ними короткий. Если они не умеют общаться культурно с людьми, которых они никогда в жизни не видели, но хотят высказать свою точку зрения или свое мнение по услышанной или увиденной теме, пожалуйста, высказывайте, но высказывайте это культурно, хорошо?
высказывайте это культурно. Зачем же сразу, вот допустим, вы же, вот последний, маленький, самый последний пример, и закончим, я не хочу отнимать ваше драгоценное время, может, у кого-то какие-то дела, какие-то заботы, я не знаю. Вот, допустим, вы будете идти по улице, вы, ну, чихнете, да? Проходящий мимо прохожий, пускай даже по другой стороне улицы, скажет: «Да чтоб ты там чихаешь тут!» Ну, нормальный человек посмотрит, ну, придурок, и пойдет дальше, да? Что вот вы так же сделаете, да? Или вы все-таки: «Слышь ты, что ты там сказал? А ну иди сюда, сейчас дам тебе по морде!» Ну это же малолетство. Именно таким малолетством пытаются заниматься эти тролляки, потому что они пользуются географической удаленностью. Мне несколько раз многие, ну не многие, а там можно их по пальцам посчитать, людей вот этих вот, которые были еще на старом YouTube-канале, которые предлагали мне с ними сразиться в спаррингах. Одному я сразу сказал: «Ну приезжай, спортзал у меня есть, выделю время на тренировки, поспаррингуем». Начал на меня выпендриваться, начал меня оскорблять, начал обзываться, я его отправил в бан. Другой здесь недалеко, 260 километров от нас живет. Человек уже в возрасте почти 70 лет, этому человеку, он занимается винчун. Я ничего не имею против винчун, я не хочу хвастаться, но я общаюсь с основателем европейской организации винчун, господином Керншпехтом. Это замечательный человек. Замечательный коммуникабельный человек, высококультурный человек. С ним очень интересно и приятно общаться. И не только с ним, с его окружением, с его учениками, прямыми учениками. Я со многими из них дружен даже на Фейсбуке. Это действительно обалденные люди. Но вот это отребье, приехавшее когда-то сюда со своими стариками-родителями с Урала, он с первого же комментария влезает и начинает: «Слышишь ты, чмо, да ты тупорылый, тупоголовый, да ты ни хрена не умеешь». И я как-то этому человеку, когда я устал от его вот этих вот высказываний, сказал: «Хорошо, мужик, приезжай, вот тебе адрес, приезжай, я могу тебе, назначаем время, у меня тренировки вторник, четверг, пятница, по вторникам, четвергам, по вечерам, в пятницу после обеда. Выбирай любой день, говори, я отменяю тренировку, ты приезжаешь, мы с тобой спаррингуемся. Но только ты по правилам своего винчун, а я по правилам кюкушинкай и годзюрю. И потом посмотрим, кто из нас чмо тупорылое, кто что-то умеет, кто ничего не умеет». Он пропал буквально на 2 года, испугался. Вот такие вот, да, вот и, простите за слово, но вот такие вот чмошники в возрасте от 60 до 70 лет и выше для меня в жизни вообще ничего не значит. Вообще ничего. Они вообще полнейшие нули. Они пустое место для меня. И когда они появляются у меня на канале, пытаясь меня унизить только числом своего возраста, ну, значит, эти люди учились в школе в советской, допустим, там на тройке с перевалом на двойке. И ни хрена в своей жизни добиться не смогли, кроме того, как унижать своих родных и близких и окружающих. Типа, вот оно, какое куроль, а все остальные холопы да вассалы. Вот и все, что я хотел на сегодня вам сказать. Не знаю, какое получилось видео, судить вам. Я вам высказал сейчас вот это вот мнение, исходя из того, что вот уже полгода у меня на канале контент и тематика канала сменилась со спортивной на политико-экономическую вот эту обзорную тематику. Высказывайте свои мнения, пишите свои комментарии. И не забывайте о том, что в первую очередь у нас на канале приветствуется именно культурное общение. Грубость и наглость. Я могу на эту грубость и наглость отвечать точно так же, а то и в 10 раз хуже. Некоторые в этом уже убедились. Не болейте, всем удачи, пока.